Асоты. И еще раз скажу, что Погорелова, когда увидела эту сумму, сказал, да, это хорошо. Оценила она, как катала сотник. Она, конечно, не видела. Ее прокат не обращал внимания на ее оценки, когда их выставляли. И вот потом увидела и поняла, да, почему все-таки сотников выше ее. На данный момент и так 129,8 за произвольную Сотникова и общая сумма 189,81. У Погорелова 184,69, а Эшли Вагнер имела запас 6 баллов после короткой программы. Вагнер стабильна в этом сезоне, Вагнер хороша, Вагнер хорошие компоненты и хорошая программа. Ромео и Джульетта, музыка Сергея Прокофьева. Была здесь ошибочка, некоторые судьи ее отметили, то, что приземлилась на две ноги после тройного флипа, некоторые не увидели. В итоге снятие 0,6 всего с базовой стоимости флипа. Ну, там, точнее, с базовой стоимости каскада. Два прыжка вместе плюсуются по базовой стоимости. Получается 9,4. Всегда очень свежо смотрят ее программы. 22-летняя двукратная чемпионка Соединенных Штатов.
победительница турнира четырех континентов. Очень свежо всегда смотрится ее программа. Знаете, и не только потому, что она, в отличие от большинства фигуристов, катается не в левую сторону, а вправо, но делает все элементы, да, по часовой стрелке. У нас таких две получается в женском одиночном катании, в топе женского одиночного катания спортсменки. Это Эшли Вагнер и Каролина Костнер. Еще, по-моему, еще Виктория Хельгессен, но она, конечно, к элите не имеет отношения. Ну, что тут можно сказать? Не только поэтому она, конечно, производит такое впечатление. Всегда как будто первый раз смотришь ее катание. Очень естественные жесты, очень естественная программа. То есть видно, что то, что ставит хореограф, она это через себя пропускает. И поэтому вся пластика, она получается очень натуральной. Две ошибки у нее было. Это на первом флипе в каскаде с тройным тулупом и в конце... На последнем флипе у нее флипа начинается программа, флипом заканчивается. Ну, там она чуть не упала на финальном флипе. Вот сейчас как раз мы с вами, наверное, его и видим, да. И Арутюнян, ее тренер нынешний, чувствовал, что может быть срыв на этом прыжке. Он и был, но незначительный. Всего лишь баллы 0,4 в итоге она... потерял из-за этой ошибки, а в остальном очень чистенько, очень аккуратно, изящно, ну, как она умеет, как она, в общем-то, всегда и выступает. В итоге из-за этих двух ошибок Эшли Вагнер проиграла произвольную программу Аделине Сотниковой. И для нас, конечно, это очень радостный момент. Рафаэль Арутюнян. Долгое время с Джоном Никсом Эшли Вагнер выходила к бортику, но то ли господин Никс приболел, то ли еще что. Он по-прежнему числится в ее тренерской бригаде. Рафаэль Арутюнян и Джон Никс. Кстати, на первом их этапе гран-при на Скейт Америка они даже вместе с Арутюняном благодарили и передавали привет Джону Никсу. Спасибо. Спасибо, сказала она тренеру. Да, я думаю, многие тренеры, конечно, завидуют Арутюняну, потому что приятно работать с такой спортсменкой, которая все прекрасно понимает.